Ну ладно, пойду. А то скотина разбредется, ищи ее потом. Давно пора. Ходишь тут из угла в угол, только мешаешь всем работать. Видишь, она от меня без ума. Старуха-то. Не сомневаюсь. Спасибо. Да, я схожу с ума. Но не от любви, а от того, что ты такой нерадивый. Сначала поцелуй. Быстро. Ну-ка, ну-ка. Пока, голубка, пока. Наконец-то мы одни. Какой зануда. Вы готовы? К чему? Вы собирались научить меня печь хлеб? Да, я уже все приготовила. Иди надень фартук. Иди скорей. Лукреция? Да. Кажется, у меня уже появился животик. С таким животом ты скоро будешь похожа на матрешку. Да ладно вам, его почти незаметно. Нет, заметно. Ну, чуть-чуть совсем. Ты не должна была уезжать. Неужели ты не понимаешь, я не могла поступить иначе? Все как в прошлый раз, без денег, без предупреждения. Нет, не как в прошлый раз. Да, сейчас немного лучше, по крайней мере, без Диего. Быстро же ты перестал быть хорошим братом. Тебя бесит одно упоминание его имени. Как мне все это надоело. Это бесконечное вранье, эти солерны, этот ребенок. Тихо, тихо. Ты думай, прежде чем что-то сказать. Ладно, собирай вещи, поехали отсюда. Нет. Что значит нет? Я же сказала, домой я не вернусь. Почему ты не хочешь вернуться? Всему есть логическое объяснение. Только не у тебя. Не злись и выслушай меня. Я хочу, чтобы мой ребенок родился крепким и здоровым. В Буэнос-Айресе для этого условий нет, и, похоже, уже не будет. Там меня никогда не оставят в покое. И что же? Кроме всего прочего, я не хочу встречаться с Диего. Ты знаешь, что он был здесь? Здесь? Ты с ним разговаривала? Нет. Я попросила Лукрецию, сеньору, которая тебя встретила, сказать, что я уехала. А он что? Ушел. Что ему оставалось? Но ты не беспокойся. Его больше не интересуют ни я, ни мой ребенок. А вот я должна о нем позаботиться. Я понимаю. Но что ты собираешься делать? Как ты будешь жить здесь одна? Я не одна. Лукреция и Хасинта обещали помочь. Я могу работать в поле или помогать Лукреции. Серьезно. В любом случае, это лучше, чем киснуть дома. А родители? Что я им скажу? Ты думаешь, они согласятся с этим? Никогда. Я не уверена, что согласятся, поэтому мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, уговори их. Пусть разрешат мне остаться здесь. Пожалуйста. И что я им скажу? Что со мной все в порядке. Я хорошо себя чувствую и скоро им позвоню. Неужели тебе здесь будет лучше? Конечно, лучше. Даже не сомневайся. Пожалуйста, помоги мне. В последний раз. Ладно, помогу. Уж больно не хочется видеть тебя рядом с Диего. Спасибо.